И начинаем выпуск с очередного ДТП с участием машины скорой помощи. Теперь на перекрестке улиц Ленина и Труда УАЗ с включенными маячками спешил с вызова и на полном ходу протаранил 14-ю модель ВАЗа. Очевидцы говорят, что водитель скорой все-таки подавал звуковые сигналы, и это ключевой момент, но от столкновения это все равно не спасло. Пострадали водитель и пассажирка легковой машины. На месте аварии побывала наша съемочная группа. И далее подробности. Шокирующие кадры ДТП сняли очевидцы. Это улица Труда. Видно, как для 14-й загорается зеленый сигнал. Машина выезжает на перекресток, и в нее на скорости врезается УАЗ медиков. А это запись с машины, которая едет по улице Ленина. Видно, как после удара буханку отбросила прямо на сугроб. Ладу после столкновения развернула. Реакция очевидцев разная. Кто-то, как этот водитель встречной Kia, первым делом стал смотреть, нет ли повреждений на его авто. А кто-то, как эти мужчины, сразу поспешили на помощь пострадавшим. Они и вызвали на место ДТП медиков. У водителя. Вас что беспокоит? Нога. Какая нога? Лево, право? Нормально все? Левая. Голова, грудная клетка, руки. Голова кружит. Пострадали 22-летняя девушка-водитель 14-й и ее 37-летняя пассажирка. В эти минуты им было не до интервью. Обе обратились за помощью медиков. Позже обстоятельства ДТП у водителей узнавали инспекторы. По словам девушки, из-за автобуса она не заметила скорую. Ну, по сигналу. А как вы на зеленый? Нет, я на зеленый, она на красный. Все сигналы будут писать? Да. Я уже поздно. Водитель УАЗа уверял, что он ехал согласно ПДД и соблюдал скоростной режим. В момент аварии внутри скорой находился пациент, но женщина в результате столкновения не пострадала. Ее переместили в другую машину скорой. По словам очевидцев, водитель скорой перед пересечением перекрестка подал звуковой сигнал. Это же подтверждает и девушка-водитель 14-й. Однако в правилах написано, воспользоваться приоритетом водитель спецтехники может только если он убедился, что ему уступает дорогу. Сергей Пичугин, Алексей Иванов. Место происшествия.